Ольга Бузова в очередной раз призвала своих фанатов смотреть шоу «План Б» на канале ТНТ, где они с Тимуром Батрутдиновым ищут пару друг другу. Напомним, выход программы стартовал 13 октября. Певица опубликовала в Инстаграм отрывок из телепередачи, где она с Гариком Харламовым обсуждает щекотливые моменты, которые могут произойти на съемках. А что будет, если он с кем-то там переспит? Я думаю, ему будет очень хорошо. Но мне? Тебе не очень. А если ты с кем-то переспишь, Оля? Такой вариант тоже может быть. Ты думаешь? Мы когда говорим шепотом, там до всех стоит. Понимаешь? Точно. Давай тогда потом поговорим. Да. Здрасте. Здравствуйте. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!